Всем йо-йо, с вами Little Bad Girl. И сегодня мы сделаем тин для губок. Вот этих прекрасных губ. Для этого нам нужна какая-нибудь мисочка, клей-пуба и краска. Я беру вот такую мисочку, в которой ничего нету. Берем ПВА. Вот такую ПВА я беру. Я беру кисточку. Вот такую простую. И красную краску. Ну вот. Вот такой клей раскрываю и наливаю вот прямо сюда. Берем много. Я беру на один раз. Там, видите? Стекает по стенкам. Краску я беру. Маленько, совсем маленько. Так, чтобы только придать немного цвета. Совсем немного цвета. Я знаю, что такими кисточками красить губы, но я просто не хочу портить свою новую кисть. Вот. Беру и крашу. Такой цветик, знаете? Не ярко-красный, но красно-оранжевый даже, можно сказать, немного. Чем? Такой. Немного размазалась у них. У меня еще полотенце. Он у вас недостаточно склеивается, чтобы брать побольше. Я делаю над банкой, чтобы не... размазать, так сказать. Я не делаю все прям фактурно. Прям все так мило, красиво, но так старалась. Так, возьму банку. Беру. Немного склеиваются губы. Я беру, намазываю по всякому, потому что мне без разницы. Мне пофигу. Губастая женщина, да. Ждем несколько минут. Я снимаю тинтку. Мне кажется, то, что это не тинт, а древедень. Потому что нифига не работает. Ну вот, вокруг губ застыло немного. Ну, вообще немного. Может быть, я мало попробовала, но... Если жестит, так жестит. Льем еще больше. Плаху мне не жалко, у меня столько этих банок. Так, перемешиваем. Сейчас такой розоватый. Все равно недостаточно клей. Какой-то, мне кажется, он более такой
Попробуем. Фактурно. Лучше бы было, если бы я использовал специальную кисть. Мне ее жаль. Кстати, берите много. Берите много. Это у меня какой-то язык на зубах образовывает пятна. Это плохо. Это если у вас пятна на зубах, то сделайте это. Здесь салфетку. И вот так. Начинаю так подсыхать. Нет, стойте. Так снимать. Начнем. Давайте пойдем в зеркало. Буду смотреть наверху. Зря клей тратила только. Губы стали тупыми, простыми, даже цвет не дали. Потратила сейчас бальзам, потратила клей, потратила краску, испачкала руки, потратила время. Нифига не работает. И тупой. Всем пока, ставь лайк, не забывай про я первый, подписывайся, пока.